Лампочку поправить. Если присмотреться ко мне, можно заметить отсутствующий взгляд. Вот. Знакомые. Потому что он больной. Это взгляд этих сфинксов, такой неподвижный, отсутствующий. Тогда с незнакомыми я как будто бы отсутствую. Это все замечательно. Еще очень хорошо это заметно. Можно сказать, это взгляд как у Моны Лизы. Вот я специально. Чтобы можно было заметить. Еще у меня есть такая вещь, как синдром навязчивых состояний. Так вот, дотронулся до чего-нибудь. Потом начинаешь делать это каждый день. Если не дотрагиваешься до этого, то начинает беспокоить. На моих видеозаписях на канале это видно на глазах, как у Моны Лизы. Да я отсутствую. И на некоторых снимках можно заметить в лице детскость. Да, и все, поэтому так всех друзей, которых ВКонтакте, я нету друзей, потому что я их всех выгоняю. Потому что у меня было, я выгнал Нину, Павлову, Кристину, там у него типа вот, троих человек, двоих не взял. Короче, много. Да, я могу. Смотрю на кастрюлю, не знаю, у других есть такая вещь или нет, и могу застыть вот так вот, вот как сейчас. Теряю из фокуса и все, и застываю, как бы задумываюсь. И то, что она там бежит, то, что там бежала уже, меня не волнует, я как бы не здесь. Или там у станка резец соскочит, у меня уже, я отсутствую, такая вещь присутствует. Я думал, это сонливость, что это такое за сонливость. Так вот делал, чтобы как бы проснуться, я как бы сплю, я отсутствую. Но в 2009 году, 20 лет, мне сказали, что у меня заболевание. Да еще этот дурацкий синдром навязчивых состояний, когда необходимо выполнять ритуалы. Человек понимает их абсурдность, но если он их не сделает, не дотронется там до двери, то его это беспокоит, и он все равно это выполняет.
Или это называется обсессивно-компульсивное расстройство?